Одна из главных новостей недели. Европейский суд постановил снять с Михаила Фридмана и Петра Авина персональные санкции. Наталья Геворкян. Ну что же, прецедент создан. Пропутинские олигархи радуются. Они пойдут проторенной дорогой. И для победы в европейском суде им, как оказалось, совсем не нужно осуждать режим, который начал войну, рвать отношения с Путиным, становиться изгоями в России. Достаточно аккуратно пройти между струями и нанять хороших адвокатов. Тогда и твой бизнес в России ок, и на Западе ты в порядке. Андрей Десницкий. С банкиров Фридмана и Авина снимают евросанкции по решению суда. Интересно, есть ли шанс у миллионов обладателей российских паспортов, находящихся сейчас в Европе, доказать в каком бы то ни было суде, что лично они не несут ответственности за действия властей РФ и потому не должны подвергаться разного рода ограничениям? Думаю, нет. Денег на адвокатов не хватит. Юлия Навальная. Хочется спросить у европейских политиков, а что изменилось с тех пор, как вы российских олигархов под санкции внесли? Ни Фридман, ни Авин не сделали никаких заявлений против войны, никаких попыток положить ей конец. Они просто наняли очень дорогих адвокатов и нашли хороших лоббистов. Антивоенно настроенные россияне в Европе сталкиваются со множеством проблем, но для российских олигархов все легко решается деньгами. Решение снять санкции с Фридмана и Авина вредное. Оно только ослабит антивоенное движение и поможет Путину дольше оставаться у власти. Станислав Белковский. Снятие судом санкций с Петра Авина и Михаила Фридмана – важный прецедент. Уже потому, что еще раз подтверждено, что судебная власть в Европе независима от исполнительной и от политики вообще. Евросоюз так и не сформулировал внятно и законодательно критерии введения санкций. Потому любой олигарх может, как мы много раз предупреждали, снять их через суд. Илья Матвеев. Думаю, пора честно признать, что политика персональных санкций потеряла всякое значение. Прошло больше 2 лет, и олигархи выбрали свой путь. Меньшинство пожертвовало активами в России, вплоть до отказа от российского гражданства в пользу отношений с Западом. Большинство, наоборот, пожертвовало западными активами, переориентировав жизнь и бизнес на Россию и дружественные страны. Рычагов влияния на российскую политику извне все меньше. Надо это учитывать и думать над новыми стратегиями. Евгений Чичваркин. Не могу не поздравить уважаемых Петра Авина и Михаила Фридмана со снятием хотя бы части санкций. Это большая победа и важный поворот. Рад, что немного приложил к этому руку тоже. И дальше я буду способствовать их снятию. У нас у всех общий враг – Путин и его группировка. Давайте не создавать себе врагов из влиятельных и талантливых людей, которые в эту группировку не входят. Социализм – зло. Давайте не повторять ошибок прошлого. Аббас Галямов. Примерно представляя себе тот уровень взаимной подозрительности, которая царит сейчас в окружении Путина, могу предположить, что первым следствием снятия санкций с Фридмана и Авина станет резко возросший уровень недоверия к ним. Интересно, за какие такие заслуги наши враги им такие подарки делают? С завистью вопрошают сейчас остающиеся под санкциями Патрушевы, Сечины, Ротенберги и прочие Ковальчуки. Федор Крашенинников. Если отбросить хайп, то по санкциям против Фридмана и Авина ничего не изменилось. Есть вторые санкции, которые никуда не делись. Так что оба красавца остаются под санкциями в ЕС. Но готовить санкционные обоснования надо, конечно, тщательнее. Полную версию подкаста «Цитаты свободы» слушайте на нашем канале. Ставьте лайк и подписывайтесь.